А давай ладушки, давай ладушки, ладушки, давай. Он ладушки, умница. Ладушки, ладушки, умница. Принесутся, давай, давай, а давай. А на улице такая хорошая погода. Последний конкурс. Сейчас проиграю, это точно. Еще и дождь идет, я перевернулся. Давай же. Опять проиграл. Что там? Даниэль ругается. Что такое? Сейчас надо будет заново. Что за гонка такая сложная, что я не могу ее пройти. Еще раз, пока не выиграю. Второй круг. Сейчас от них уйдем на катошку. Закись, закись. Давай, закись, по-моему, закись. Yes. Нет же. Зачем ты меня выгнал? Нет, не обгоняй меня. Сейчас второй меня обгонит. Ах. Я точно сейчас проиграю. Поворот, 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 рифтом заходит. А-а-а, заносит. Ай-ай-ай. Опять проиграл? Да что ж такое? Ни одну гонку не могу выиграть. Все равно буду играть, пока не выиграю. Ты слышала, как он злится? Это ни в какие ворота не лезет, Даниэль. Еще раз услышу, что ты злишься, да? Ты мне портишь настроение, себе портишь. Да, ну-ну-ну. Мы тебе запретим играть в игру. Ты слышишь меня? Да, мама, я больше не буду. Хорошо. Играй, но если я услышу, запрещу тебе играть. Вот так. Что это? Проиграл! Опять проиграл! Ну все, Даниэль, мы тебя предупреждали. Давай выходи из игры, идем гулять. На горку, да, на большую синюю горку на берегу моря. Давай, Даниэль, выходи из своей игры. Ну ладно, только потом я дальше буду играть. Хорошо, договорились. Но я думаю, у тебя там будет такое настроение, что ты не захочешь, ты придешь такой уставший после этих горок, сразу ляжешь спать. Идем одеваться. Ну как, мороженое? Вкусное, да? Это, наверное, вкус манго у тебя, да? Ага. Ну, я думаю, это лучше, чем сидеть и злиться, когда у тебя не получается гонка в игре твоей компьютерной, правда? Здорово. А сейчас пойдем, знаешь, куда? Да. На море. Ура! На берег моря, на детскую площадку. Там огромные горки. Ну все, давай, пошли. Там такой огромный кактус. Да, нас тут по дороге мы встретили. Смотрите, вот какой кактус. Угу. Вот. Видите, вот это как дерево, это кактус. И такой огроменный вырос около дома. Даже колючки есть.
Да, еще тут. Это два разных кактуса. Видишь, тут кактус. И вот это вот дерево тоже кактус. Такой как бы непонятный цвет, а вот этот прям зеленый такой. Угу. А мне нравится вот это дерево. Смотрите, тут цветы какие красивые. Они пахнут как жасмин. Такое деревце. Мне они тоже нравятся вот. С красом, да? Красивые. Он валяется, цветочек. Не очень пахнущие. Даниэль решил пообщаться с котиком. Нет, он палочки навряд ли будет. Не хочет, видишь? Говорит, да ну тебя. Ушел. Нашел, что предлагать. Мы почти уже добрались. Идем, идем, идем. Ребятки, вы любите влоги? Напишите в комментариях, если вам интересно еще что-то увидеть. Вот оно, побережье Израиля, город Бат-Ям. Набережье. Ель насыпал там палочек Лоли. Лола столько не съест, Даниэль. Мы уже зашли в магазин. Купили попить. Что ты пьешь там? С алоэ? Алоэ вера, короче. Там это стаканчик, крышка, да, стаканчик. Напиточек такой очень вкусный. Вот крышечка, это стаканчик. Он пьет сейчас холодный напиток из алоэ вера. Видите, там видны кусочки. Это алоэ вера. На вкус как желейные конфетки, кстати, вкусненькие. Даниэль решил полежать на траве. Кстати, это не настоящая трава, пластиковая. А вон там море уже видно. Да, здорово. Заряжается на солнце. Здесь можно надуть себе колеса на велосипеде, мячик надуть воздухом. Есть бесплатный Wi-Fi, можно телефон зарядить или планшет, что-нибудь можно зарядить. Да, и кнопка там экстренных вызовов 107. То есть, если что-то случилось, можно нажать. Вот такая штуковина. Да, здорово. Тут такой интересный шлагбаум. Вон там есть тарзанка. Так, у меня уже разрядилась камера, поэтому я сейчас уже снимаю телефоном. Да. Смотрите, что здесь творится, как здесь здорово. Что? Я здесь. Ну вперед, давай. Не, подожди, давай куда-то сядем, встанем. Это самое. Вот тут так отдыхают люди. Идем вон туда, где детская площадка. Там и Лола сможет. Смотрите, это уже закат. Солнце садится. Мы уже столько гуляем. Что ж, камера разрядилась. Смотрите, какая качеля крутая, видите? Мальчишка как катается. Здорово. Здесь еще что-то строят, вот прямо на берегу моря, что-то будет интересное. Это футбольная площадка, да? Я побежал. Все, Даниэль побежал бегать. Разулся, вот он босиком, он идет на тарзанку. Даниэль на тарзанке. Лола кричит. Все, застрял. Сыпет туда песок вместе с камнями, да?
формула сама спускается у нас с горки. Медленно, да? Опа, приехала. Даниэль решил поиграть с какими-то цветочками. Здесь такая грандиозная стройка. Смотрите, как красиво закат. А я могу объяснить, что это за штука? Ну давай, объясняй, что это за штука там такая крылатая. Либо это катание по крыше, да, либо это сагатор со спайки. Понятно, распределяет, да? Да. Песок, камни. Вот что тут творится. Будет что-то красивое. Да, видите, песок. Короче, здесь будет что-то классное, красивое. И бассейн построят, да? Кстати, вон там далеко, где строится гостиница, там уже есть аллея такая, где можно гулять. Около берега моря. Там пальмы посадили. Ну, Ишка, здесь нужно с кем-то. Ты сам не сможешь. Вот такая прелесть здесь. Живем мы недалеко отсюда. Давай, давай с горочки спускаться. Давай садись. Давай. Умница, вот она уже умеет. Ходить не умеет, а? Горочки уже знает, как спуститься надо. Давай, давай, что-то медленно. Давай, давай, давай. Не задерживай деток. Вот так умница приехала. Умница. Давай, давай. Опа. Все, приехали мы. Ну, потопали? Потопали? Оп, оп, оп. Все, решила отдохнуть. Вот на вот эту высоту. Вот туда, на эту высокую горку. Вы только посмотрите, как это высоко. Да, это очень высоко. Издалека я кажется буду не очень. Лестнице. И Лола тоже решила залезть сама. Так, сама лезет. Сама, умница. Умница. Нужно ее ловить. Вот она! Что такое? Давай, умница, села. Так, ой, и запуталась в ногах, да? Опа, все, поправили. Давай, опа, спускаемся. Не очень скользко что-то, да, Дося? Оп, умница. Вот она. Пока Лола тут катается с горочки, Даниэль сейчас будет лазить вон на ту огромную горочку. Я надеюсь, вы видите его. Вон он там, в белой майке. Лезет наверх. Почти наверху уже. Ставьте лайки, ребятки, ему сейчас. Так, он уже наверху. Вон он, виднеется. Давай, давай. В конце тебя ожидает самое лучшее. Это вот такущая горка. Молодец, все, он наверху. И Лола тут шумит. Все, он решил пойти еще по таким ступенькам. Видите его? Вон он. Он еще и без обуви, он босиком. Прошел вот такой путь. Интересно, по какой горке он спустится? Можно здесь, а можно и дальше спуститься. Сейчас посмотрим. Он решил вон на ту горку идти. Вон он.
высоко. Я вам сейчас вам покажу медленно. Вот смотрите. Вот высота какая. Тут паутина. Идем, Лола, его встречать. Вот он едет. Смотрите, он едет. Вон он, видно. Сейчас он вылезет из горки. Вот он. Вот он. Молодец. Класс, да? Здорово. Тяжело было? А? Знаешь, какой это страх. Я думала, я упаду вот сюда. И вот этот его сейчас порвется, я упаду. Серьезно? Это, знаешь, такой страх. Да? А по горке классно было? Да. Круто. Дрифтом. Вот такая горка была. Видите? Вот такой путь он проделал. Бежит. Неужели опять хочет? И решила поползать наша Лола. А Даниэль, вон он где. Видите, он идет прям по мостику. Вон он в белой футболке. И в шортах джинсовых. Это он. Он пошел по второму разу уже. Вот такое творится сейчас на берегу моря. Даниэль уже третий раз на этой горке лазит. Сейчас, а вон он спустился с горки, бежит сюда. Классно я поиграл сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Пишите в комментариях, что вы бы выбрали. Играть в компьютере или, как я, пойти гулять на улицу.